Доброе утро! Приготовили сливочное масло, сыр, ветчину и яйца. Будем готовить сегодня. Вы себе не представляете, настоящий классический бутерброд, который называется крок-мадам. Бывает крок-мещи, а бывает крок-мадам. Мы будем делать с вами крок-мадам. Для этого нам понадобится хлеб. Естественно, какой бутерброд без хлеба? Вот такой вот батон, который я нарезаю не очень толстыми ломтиками. Можно взять, конечно, хлеб для бутербродов, но мне кажется, интереснее гораздо будет с таким батоном. Отставляю батон в сторону. Два яйца. Разбиваю. Добавляю сюда 2 столовые ложки молока. Взбила, чтобы получилась однородная масса. Немножко соли, совсем чуть-чуть. Чуть-чуть перчика, никогда не помешаешь. Сливочное масло. Делаем так, как мы поступали с бутербродом. Намазываем хлеб сливочным маслом, а сверху горчицей. Есть масса вариантов приготовления. Все они считаются правильными. Приготовление бутербродов крок-месье и крок-мадам. У каждого, конечно, свой. Некоторые рекомендуют один кусочек хлеба намазать маслом, а другой кусочек хлеба горчицей. Но мне кажется, гораздо интереснее, когда каждый кусочек хлеба вот такую остроту имеет. Поэтому я мажу оба кусочка хлеба и маслом, и горчицей. Так, теперь беру ветчину. Ветчина вареная, обычная, из магазина. Кладу кусочек ветчины. Обязательно сыр. Несколько полосочек такого сыра. Опять ветчина. И опять, и вот теперь хлеб. То, что получилось вот здесь срезать, чтобы он оставался у нас вот такой формы совершенно закрытого бутерброда. И теперь яйце, которое мы разбили, замачиваем сначала с одной стороны, потом с другой наш бутерброд. Одновременно разогреваем сковороду. Одна чайная ложка оливкового масла Extra Virgin Olive Oil. И чуть-чуть сливочного масла. Совсем чуть, вам должно быть видно, что это одна капелька. Переворачиваем наш бутерброд на другую сторону, чтобы другая сторона пропиталась. Тем временем подготовим другую сковороду. На которой будем жарить просто яйцо. Выкладываем наш хорошо пропитанный бутерброд в разогретое масло. И даем ему зазолотиться с каждой стороны. На эту сковороду тоже добавляю одну каплю, буквально вот так, растительного масла. И разбиваю сюда одно яйцо. Стараюсь так, чтобы оно сохранило вот такую свою красивую ровненькую форму. Через парочку минут переворачиваю мой бутерброд. Вот он должен стать таким золотистым красавцем. С каждой стороны, естественно. С боков мой бутерброд тоже должен быть золотистым, поэтому вот так, придерживая его двумя лопатками, держу недолго. На одном боку и потом на втором. Вот такой золотистый красавец у нас с вами получился. Выкладываю его на тарелку. Сверху кладу яйцо. Желаю вам и себе приятного аппетита. И на завтра приготовьте, пожалуйста, геркулес, какие-нибудь орехи. Я буду использовать кешью, белый шоколад. А мука, яйца, масло – это найдется на каждой кухне. Приятного вам дня!